2000 год. Вейвен Россия. В каждую компанию вкладывались различные такие новостные вестники. Тогда был гендиректором Джон Ло. Вот. Тут и про продукты писали, и про продажи. Вот. Компания постоянно росла. Вот. Нина Шлыкова, директор отдела продаж. Потом ее уволили, на ее место взяли украинку Оксану Жаркову. Вот такие продукты были. Ну, всегда и он славился своими низкими ценами по сравнению с при хорошем качестве. Потом открылся завод в 2003 году в России, он до сих пор работает. Вот была такая программа президентского клуба с чайным сервизом и в подарок. Вот, руководство приезжало вышестоящее. Ну, сейчас дела у Эйвон тяжело идут, все в интернете покупают различные вещи. И в том числе на Вайлдберрисе, на Озоне там перепродают. Вот так вот.